Установив на любом браузере расширение от GURT, вы тем самым избавитесь от навязчивой рекламы. На некоторых сайтах реклама нужна. Для этого нужно в AdGurt добавить сайт в исключение, в котором хотите посмотреть рекламу, или какие-нибудь кнопочки там, или что-нибудь нужное такое. Для этого нажимаете правой кнопочкой на значок AdGurt, выбираете пункт «Настроить AdGurt», нажимаете на него, потом выбираете «Белый список», откроется страничка, на которой нужно будет нажать кнопочку «Добавить сайт», ввести название сайта и нажать на клавиатуре кнопочку Enter. После этого настройки AdGurt можно закрыть. Страничку, которую просматриваете, перезагружаете. И у вас откроется реклама уже на ней. Кнопочки, какие вы хотите. А чтобы убрать этот сайт из белого списка, достаточно опять навести ярлык на ярлык, нажать правую кнопочку мыши и включить фильтрацию на этом сайте. Перезагружаете, реклама исчезает.